Не сказать, что у нас после Олимпиады такой сезон простой. Как вы знаете, будет в этом году чемпионат мира. Он проходит один раз в два года и как раз попадает на послеолимпийские и предолимпийские сезоны. Это главный старт наш в этом году. Вот потом у нас есть еще очень много крупных турниров. Это и Универсиада, это детский юношеский европейский фестиваль, это юниорский чемпионат мира. Вот. И, как вы знаете, конечно, регулярные соревнования, такие как Кубок мира, Кубок Европы. Подготовка проходит на сегодня в штатном режиме. То, что мы планируем, мы выполняем. Сейчас все команды находятся в России, занимаются вот как раз над улучшением физических кондиций. И с начала октября все встанут на лыжи. И 25-26 октября ждет открытие Кубка мира. Вот первых соревнований сезона.